Всем привет-привет! Очередная посылочка с орхидейками от Виолетты. Я в нетерпении, давайте посмотрим, что же там. Как всегда, все так здорово запаковано. Была выслана посылочка 4 числа. Сегодня 12 сентября получила. Получается 8 дней в пути. Это мои взрослые орхидейки. Одна должна быть цветущая и три отцветшие орхидейки, сюрпризики. Дай сюда посмотрим. Так вот запаковано. Было два цветоноса. Прекрасные листва. Немножко листик травмирован. Да. Да, свежая такая. Ну, ничего страшного. Корнюхи подсохли слегка. Но ничего. Все не так плохо. Сейчас будем их отпаивать. Давай, следующее. Ножиком отрежь. Ах, вот это вот листва. Конечно, покидали, повредилось. Листочек повредился, отломился. Измялось все, но ничего. Конечно, жалко. Здесь вот что-то грунт торчит, все поцарапалось. Ну вот так вот у нас пересылают, швыряют туда-сюда. Ничего. Третья растюшка. Третья молодец, не повредилась. Листочки такие какие-то мраморные, интересные. Один цветоносик был. А, нет, два цветоносика. Корешочки. Классная корневая. Все подсушено. О, сюрпризик. Спасибо. Очень приятно. Ну и вот этот вот главный. Из-за чего были такие ожидания. В нетерпении. Ну что, никак не справишься. Конечно, подизмялись цветочки. Ну подожди. Дай как показать-то. Сейчас, наверное, вот так он будет лучше. Вот эта вот красотка. Шикарная цветущая орхидейка. Давай сними вот эту газету. И вот с этой стороны тоже.
корнюшки. Сейчас буду заниматься ими. Вот. Что нам еще? Архаманам нужно, да? Ждать посылку. Купить, ждать и заниматься, ковыряться. Всем спасибо, всем пока!